Еще со времен, когда были изобретены колесо, прогул по болезни и диван, человечество мучил один вопрос. Как разбогатеть, не вставая с этого самого дивана? Ученые долго ломали голову. Так появился он – интернет. Люди толпами повалили туда, чтобы обрести долгожданное счастье, но оказалось, все не так просто, как они думали. Знакомьтесь, Яна сменила пятую работу и не знает теперь, куда деваться, а ей нужно кормить 12 голодных котов. Только что вы совершили две ужасные ошибки. Во-первых, написали «зарабатывать через О» и перешли улицу, не глядя по сторонам. Я понимаю, у вас много важных дел, и есть о чем подумать. Я даже знаю, о чем. Смотрите наверх. Я знаю, вы хотите хорошо и много зарабатывать в интернете, я прав? Ну да, а ты кто? Это сейчас не так важно. Сейчас важнее, чтобы вы расслабились и присели. Но сначала ты должна решить, хочешь ты трудиться усердно, либо ничего не делать и разбогатеть. Значит, просто и быстро. Ну ладно. Свой первый миллиард я заработал в 13 лет. Я придумал абсолютно новый способ заработка в интернете. Раньше я была такая, как вы, но теперь у меня есть дорогие виллы, машины и счет в швейцарском банке. Тебя еще не тошнит? Потому что меня уже так. Хотя бы стой, постой. Мой любимый момент. И всему этому я научу вас. Абсолютно бесплатно. То есть даром. Вам лишь нужно подписаться на мою рассылку. Вам лишь нужно записаться на мои семинары. Подписывайтесь на мою рассылку. Ай да молодцы. Так и хочется отдать им все свои деньги. А тебе? Я не спорю, есть и честный заработок в интернете. Например, ты можешь участвовать в грошовых опросах или же загружать файлы на файлообменники и мучительно раскидывать их по всей сети. Или ты можешь продавать свои вещи на eBay, Amazon или так далее. Или, я придумал, ты можешь открыть свой обмен интернет-валют и на них уже зарабатывать с каждого перевода процент. Хотя, если честно, придется заморочиться с лицензией. Я слышала, есть еще какой-то биткоин. Есть, но не самая надежная валюта. Тем же успехом можно играть в казино или вообще на бирже. Кстати, это кажется тебе. Вам письмо. Пишет вам бедная вдова из Огайо. Она хочет перевести огромные деньги на ваш счет в банке. Вам это интересно? Нет. Здравствуйте, вы в игре в лотерее, в которой вы даже не участвовали. Все, что вам нужно, это перейти по этой ссылке. Да что еще? Что? Это не я. Я же здесь. Здравствуйте. Вы верите в халяву? Спасибо, мы сами разберемся. Как видишь, разбогатеть в интернете быстро тебе никто не даст. Если, конечно, ты не будешь обманывать доверчивых людей. Ты же не будешь? Нет. Вот и хорошо. Тогда я расскажу, как хорошо зарабатывать, пусть и не так быстро. Ты готова? Ты куда делся? Это лишь одно из нескольких сотен видео для тех, кто любит мыслить нестандартно, ищет единомышленников для совместных проектов и мечтает вывести свое творчество на новый уровень. Если ты один из нас, то смело подписывайся на канал «За кулисами творчества». Здесь ты всегда можешь быть самим собой.